Это музыкальная шкатулка. Это что такая раньше музыка была? Да. Давно была? Да. А какой тогда был папа? Папа? Папа был такой. А какой тогда был мальчик? Мальчик? Мальчик был вот такой. Нарисован театр, когда шкатулку заводили, то внутри играла нежно музыка, а сверху танцевали фигурки. Но теперь там что-то сломалось. Что сломалось? Там какой-то секрет. Что за секрет? Сам разберись, попробуй. Ты уж не маленький. Если б я был очень-очень маленький, я бы попал туда и разгадал бы, в чем секрет. Если б я был очень-очень маленький, я бы попал туда и разгадал бы, в чем секрет. Если б я был очень-очень маленький. Голова,
приятно, что вы делали без нас, просто непонятно. Мы готовы платить час, просто неприятно, что вы делали без нас, просто непонятно. Вот я не лезу на глаза, просто непонятно. Позвольте слово мне сказать, просто непонятно. Молоточки тук да тук, тукают охотно, извлекать умеют звук из чего угодно. Молоточки тук да тук, тукают охотно, извлекать умеют звук из чего угодно. Нас бы не было беда, если разобраться. Рады постараться, мы поэтому всегда рады постараться. Хоть я не лезу на глаза, рады постараться, позвольте слово мне сказать, рады постараться. Это валик от него никуда не деться, в этом функция его должен он вертеться. Это валик от него никуда не деться, в этом функция его должен он вертеться. Я важнейшая деталь, нет меня нужнее, а самих не просто жаль, кто меня важнее. Валик надо же крутить, голубые старания, на пружину обратить, следует внимание. А ну пошли за мной вслед, следует внимание. Я открою вам секрет, следует внимание. Пошли за мной вслед скорее, я докажу вам, кто важнее. В решении держать, кого надо буду. Вы хрустуны, как ни крути, мне даже слушать вас. Ты кто проград, ты кто облом, вот металлолом. Ах так, могу я дать ответ, уж я-то знаю, где секрет. Секрет какой еще секрет, секрета никакого нет. И все ж я знаю, в чем секрет, и я могу вам дать ответ. Секрета нет, секрета никакого нет. И все ж я знаю, в чем секрет, и я могу вам дать ответ. Секрет какой еще секрет, секрета никакого нет. Ты просто лишняя, нет, а тебя и выбросить не жаль. Лишняя не нужен вам, а без меня вы просто хлам, хлам, хлам. Сломается вот эта штука, шкатулка не издаст ни звука. А узнал ли ты секрет, как получается музыка и от чего она больше не играет? Кажется, я понял. В общем-то, нужно еще разобраться. Пап, давай вместе разберемся. Давай.